В Европе в популярности он не уступает самым известным музыкальным коллективам. Танцевальные ритмы диджея Лола, романтическое украшение фешенебельных вечеринок и крупнейших итальянских дискотек. В перерыве между учебой и работой Лоренцо Бенедетти покупает билет на самолет и летит в Россию. Солнцезащитные очки, легкая походка и всегда доброжелательная улыбка. Даже в гостях он себя чувствует комфортно, как дома. Россию и русскую культуру студент Римского университета Лоренцо Бенедетти открыл для себя 2 года назад. Он сразу отказался от поездок в похожие на все другие столицы мира Питер и Москву. Здесь настоящая Россия, менее европеизированная из-за своих традиций, из-за поведения людей. Это лишь первое время он только наблюдал и рассматривал. Волгоград для Лоренцо очень скоро стал добрым соседом и верным товарищем. Наверное, удивил особый вид мужчин, которые ведут себя достаточно грубо. И еще то, что очень много красивых девушек. Их можно встретить где угодно. Все его свободное время, равное как и записная книжка, просто забиты свиданиями с волгоградскими красавицами. И даже языковой барьер для Лоренцо вовсе не помеха. Природное обаяние помогает римскому Казанове найти общие темы абсолютно с каждой девушкой. Чуть-чуть я могу говорить. Не знаю, если человек может понимает мой русский очень плохо и мало. Мои слова чуть-чуть маленькие. Ночные клубы Лоренцо Бенедетти любит так же, как и Россию. Даже выбор будущей профессии инженера по электронике связан с увлечением музыкой. Он с 15 лет смешивает, добавляет и украшает известные всему миру танцевальные хиты. Диджей Лола в волгоградских клубах – почетный гость. Позитив. Я хочу донести что-то позитивное, что-то хорошее для людей, которые меня слушают. Мой стиль – мелодичная, романтичная музыка с хорошими эмоциями. Только одна русская мечта Лоренцо еще не исполнилась. В Волгограде он хочет найти свою вторую половину. Чао тутти. Я. Siete veramente un pubblico fantastico. E questo show è speciale.